Девятилетняя Полина Суворова на фестивале ГТО уже во второй раз. В прошлом году все испытания девочка прошла на золотой знак отличия. Для спортсменки и легкоатлетки все упражнения знакомы. Получив наставление родителей, Полина старается повторить результат прошлого сезона ГТО. Они мне говорят, что нужно сдать только на золото. Золото самый лучший значок. Суворовы на зимнем фестивале ГТО в полном составе. Вот уже и младший сын приобщается к новой семейной традиции. Проходят испытания первой ступени. Здесь соперничают дети в возрасте от 6 до 8 лет. В этот раз участвовать в сдаче нормативов решила и старшее поколение Суворовых – Светлана и Александр. Готов к труду и обороне, чтобы доказать себе, что ты еще можешь, что ты лучше, что ты сильный. Ну, собственно, держать себя в тонусе. Плюс здоровый образ жизни. Почему бы и нет? Очень интересно. Мы с детьми всегда вместе, везде. На природе, на соревнованиях. И мы поддержим друг друга. Это здорово. Фестиваль ГТО традиционно проходит в два этапа. На первом участников ждут прыжки в длину, подтягивания, стрельба и другие легкоатлетические испытания. А на втором этапе – плавание. В этом сезоне фестиваль собрал 250 участников. Сдача нормативов прошла во Дворце легкой атлетики. Такие фестивали у нас проходят раз в сезон, то есть у нас 4 фестиваля. В принципе, у нас очень много активностей по году, в рамках которых происходит сдача нормативов ГТО. И любой желающий сегодня, в принципе, как минимум на бронзу может выполнить все нормативы, которые здесь у нас представлены по тем испытаниям. Зимний фестиваль ГТО стал последним в этом году соревнованием, проводимым по старым правилам. Они изменятся уже с 1 апреля. Планируется, что с 11 ступеней количество повысит до 18, то есть возрастной разбег среди участников сократят. Временной период для детей 2 года, то есть у нас получается 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 лет, то есть на одну ступень у детей получится выше. Ну и дальше тоже возрастные периоды будут скорректированы. Насколько мне известно, поменяются критерии оценивания, то есть золотой знак будет чуть-чуть полегче получить, а бронзовый сложнее. Во время зимнего фестиваля ГТО наградили победителей соревнований прошлого сезона. Атлеты получили значки всех номиналов от бронзы до золота. Большинство конкурсантов, которые прошли испытания на знак отличия именно высшей пробы, были на второй, четвертой и пятой ступенях. То есть дети и подростки в возрастной категории от 9 до 17 лет. А претенденты на знаки отличия ГТО зимнего фестиваля 2023 получат заветные награды через полтора-два месяца. Михаил Ермоленко, Григорий Плешаков. События.